Давайте начнем с самого начала. На армейском по трюковому самокату. Дайте шуму, ребята. Сегодня у нас судья. Вы уже все успели с ним познакомиться. Это Даня, прекрасный райдер. Сейчас мы объясним вам немножко правила. Можно задействовать весь парк. Новички катаются по одной минуте, и у них есть две попытки. Любители катаются по полторы минуты, и у них тоже есть две попытки. Так, первый у нас в списке новичков до 13 лет. Суханов Михаил. Книжки. Прыжок. Едет к Отеру. Опа, в Анете. Прыжочек еще один. Делает опа в Анете на подкате. Книжечки, еще один прыжок. Маленький мальчик, а как катается? Еще один прыжок с оппозитом в Анете. Так, не получилось у него делать книжечки. Поддержим участника. Миша, у тебя еще 17 секунд. Хватит на пару трюков, давай. Используй весь парк. Съезжает, едет книжечки опять. О, прыжок, прямо в плаху. Разворотик еще один. Еще один прыжочек книжечки. Миша, давай используй весь парк, можешь в рампе покататься еще. Еще один прыжочек через книжку. Миша, все, у тебя закончилось время. Молодец, давайте похлопаем Мише. Самый смелый, самый первый. Курмахин, Егор. Раз, два, три, поехали. Випска. Хил, попыточка в книжечку. Квотер у нас, барспин. Давай, давай, Миша. Так, вторая попыточка хила тоже неудачная, но у тебя еще есть куча времени, ты сможешь его повторить. Подъезжают книжечки, давайте. Опа, випчик. Алюб в Аннете в котле. Подъезжает к грайндбоксу. Запрыгивает на него. И... Десвип! Красавчик! Заезжает в рампу. Молодец, использует весь скейт-парк. Съезжает. Фибл. Ай-яй-яй-яй-яй, почти. Фиб на фибл. Давай, давай, держишься. Смит. Воу, красавец! Фибл. Съезжает, съезжает, съезжает. Бар на фибл. А, да-да-да-да-да. Ай, ножки слетели. Последняя попыточка. Последняя. И вип. Красавчик. Молодец, аплодисменты, участник. Турчин Даня. Готов? Да. Давай, раз. Поехали. Два, три. Так, съезжает уверенно, едет к книжечке. Делает два випа. Вот у нас. Брай. Ай-яй-яй. Хорошая попытка. Фибл вниз на вибу! Едет снова к книжечке. Ой, сколько ходов, квотер. Брайт! Йоу! Отлично, чисто! 360 в книжечку. Разворачивается. Снова берет адские ходы. Оба фибл. 270 скат. Так. Борд слайд, отлично. Использует парк по максимуму. Забирается в рампу. Фибл. Фибл, еще один Смит. Вип, воу. Фибл. Так, Даня, 270. И последний трюк. Да, ай-яй-яй, какая хорошая попыточка, 270, фибл. Остается. У тебя есть попыточка, давай. Йоу, красава! Отлично завершил свою попытку. Молодец, спасибо. Скупейка Николай. Так, Коля, ты готов? Твое время начнется через раз, два, три. Погнал! Съезжает уверенно. Разгоняется Коттер. В Аннете попыточка неплохая. Прыгает книжечку. Разворачивается. Уверенно едет опять к квотеру. Что же он сделает? Чем же удивит? Еще одно в Анете. Отлично. Прыжок в книжечку.
забирается наверх, съезжает, гонит. Ах, почти. И еще одно ванетти в кодере. Так, едет к грайндбоксу, скорее всего. Это обманочка, он подъезжает к разгонке. Делает там ванетти, ай, в одну ножечку, как жалко. Давайте поаплодируем. Поддержим. Еще одно ванетти успешное в котере. Можешь использовать весь парк, не ограничиваться одной линией. Отлично, ванетти в разгоночке. Прыжок. И еще. Ах, жаль, и время на последний трюк. У тебя последняя попытка. Ой, попытка випа. Давайте его поддержим. Давай, у тебя последняя попытка. Давай. Едет. Как, сколько скорости? В котре. В ванетти. Ай, ножка слетела. К сожалению, твое время кончилось. Спасибо большое за твою попыточку. Ты красавчик. Поаплодируем ему. Кабалкин Максим. Давай, Макс. Поддержим Макса. Ты готов? Шлем. Ну что, твоя попытка начинается через раз, два, три. Все, минута впереди. Вип-скат. Делают хил в книжечку. Воу. Бар-спин в коттере. Едет. Еще один вип. Книжечку, отлично. У тебя хорошо получается. Дейс. Ай, Дейс вип в коттере. Хорошая попытка была. Но у тебя есть куча времени, чтобы его добрать. Едет в коттер. Разворачивается. Едет к грайндбоксу. Делают опа, фибл на барспин. Ай, ножечко слетело. Как так-то? Так, переезжает в другую часть парка. Забирается в рампу. Фибл. Опа, фибл. Давай. Ай-яй-яй, как так-то? Какая скользкая доска. Ну давай, не расстраивайся, у тебя есть еще много времени. Ты должен это сделать. Вау, вип-скат! Красавец! Давай, у тебя есть еще время на трюки. Давай, фибл. И... Смит. Ай, неудачно. И последний трюк. Давай, соберись. У тебя все получится. Давайте поддержим, да. Поддержим, последний трюк. Поддержим Максима, давай. Фибл, Смит. Вип-скат. Ай, как обидно. Ну ничего, не переживай, у тебя есть. У тебя будет еще вторая попыточка, как и у всех новичков. Спасибо большое. Итак, последняя попытка. Лиманец, Макс, выходи. Первый райдер, начинающий свою попытку с рампы. Это уже необычно. Так, ты принял место? Так. Макс, ты готов? Макс, готов? Твоя попытка начнется через раз, два, три. Минута. Съезжает дабл пэк. Ах, почти. Фиблин. Съезжает с верхней рампы. Много ходов. Вылетает. Аплодисменты парню, ребят, давайте так. Поддержим. Разворачивается в рампе. Еще один разворот рампы. Спрыгивает с рампы, отлично. Перебирается в другую часть скейт-парка. Делает X-райд. Еще один X-райд. Ай, как неудачно. И еще, наверное, один. Ой, этот. Давайте неудачный. Поддержим аплодисменты. Максим, давай! Поаплодируйте ему. Еще один неудачный экстракт. Ах, Максим. Еще один. Попробуй использовать другие фигуры, Макс. Экстракт. Заезжает на разгоночку. Давай, Максим. И вперед. Берет разгон. Прыжок через пирамидку. Забирайся на квотер. У тебя время на последний трюк. Давай, Максим. Поддержим Максима на последний трюк. Прыжок. Отлично. Через всю пирамидку. Все, Максим, у тебя кончилось время. Спасибо большое. У тебя будет еще вторая попытка. Смотрите, куда залезает Даня. Видимо, будет что-то очень интересное. Попытка начнется твоя через раз, два, три. Погнал. Вкатывает, ниндзя дроп, отлично. Поедет в книжечку, делает два випа. Очень уверенно залезает на квотер. Съезжает. Делает еще два бакфлака. Поддерживаем, какие трюки он
лет. До 13 лет, парню. Давай, Коттер. Фибл. Даблбэк. Отлично. Идет фибл. Вниз на пас. Перебирается в рампу. Половина времени. Так, что ж ты на нас приготовил? Фибл. Бар фибл. И бар спинскат. Ай-яй-яй, в одну ножечку. Но у тебя еще есть время, чтобы его повторить. Фибл. Бар. Отлично. Липстол. Перебирается обратно. Еще два трюка. Делать фибл. Ой-ой-ой! Я даже не понял, что это... Но это было очень круто. Делать борт слайд. Давай, последняя попыточка. Последний трюк. Даня! Давай, давай. Ай-яй-яй, попыточка на даблбэках. Ой, как круто. И везде. Он использовал все фигуры. Молодец, спасибо. Приступаем к новичкам с 13 лет. Этой парни чуть уже постарше. Они, наверное, должны быть потехничней. А может быть нет. Сейчас посмотрим. В общем, 4 участника. Даня, объявляй. Первый участник у нас Осипов Стас. Твоя попытка начнется через 1, 2, 3 секунды. Поехали, минута. Стас едет. Делает в книжке 2 випа. Отлично. Просто великолепно делает. И оба фибл. 270 скат. Воу. Что же он нам приготовил еще? Фибл. Отлично, фибл вниз есть. Оформлен. Давай, Даня. Ой, Стас. Извини, извини, пожалуйста, извини. Так, гонит Котору. Делает брайфлип. Отлично, поаплодируем. Барспин в книжечке. Направляется в другую часть. Заезжает в рампу. Фибл. Фибл. Липстол. Отлично. 20 секунд. 270 скат. Перебирается в другую часть скейт-парка. Прыгает, подъезжает. Ой, Мэнл по грандбоксу на вип. Хорошая попыточка, поаплодируем. Делает борт-слайд. Отлично, использует все фигуры. Еще две попытки. Еще две попыточки, давай, два трюка. Ты можешь набрать то, что не успел. Мэнл по грандбоксу на вип. Ай-яй-яй, хорошо, увез. Увез, красавчик. Последний, последний трюк. Последний трюк, давай, давай, давай. 360 рампу, отлично, красава. Лучшее завершение попыточки. Молодец, Стас. Поклопаем Стасу. Следующий участник. Федотов Стас. Стас, аплодируем Стасу. Ты готов? Уверен? Отлично, твоя попытка начнется через 1, 2, 3, поехал. Минута впереди. Гонит Котору. Давай, давай, давай. Брайфлип. Ай-яй-яй, как хорошо. Давай, у тебя еще есть куча времени. Делают ноли. Митку. Десвип. Делают барспин в книжечку. И... Ой-ой-ой, хорошо. Первый десхил в Котре за сегодня. Великолепно. Мне нравится этот парень. Давай. Поаплодируем Стасу. Ой-ой-ой, борт-слайд вниз, воу! Разворачивается в Поттере. Очень разнообразное катание у этого парня. Стас, я уверен, даже с пяточкой ты должен выиграть. Все получится. Всем, давай, поддержим Стаса, у него болит пятка. Подъезжать от брайфлип. Ай-яй-яй, в одну. Стас, если хочешь, ты можешь еще добрать, у тебя есть время. Еще два трюка. Хил в книжечку. Хил в книжечку, уверенный. Давай, добирай через боль. Потом можешь подойти к медикам, они окажут тебе помощь. Поддержим Стаса, шуму! Уверенно гонит. Давай, Стас, Стас, Стас. Брайфлип. Ай-яй-яй-яй-яй, ну его можно понять. Давай, у тебя последний трюк завершающий. Ой-ой-ой, борсайт на бар, отличная попытка. Ничего, Стас, у тебя будет вторая попытка, тоже. Еще покажешь себя. Данилин, Алексей, Леха, привет. Леха, 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 нет. Шлем. Одна минута, которая начнется через раз, два, три. Погнал, поддержим Леху. Гонит уверенно Котору. Делает фингер наверх. Ой-ой-ой, удержался, удержался. Едет в книжке. Бип, словил в заднюю ножечку. Ой, как красиво было. Десы в Котере тоже в ножку. Отлично. Бай.
Барспин не получил за книжку, но у тебя есть куча времени. Делает ванная ТВ в Коттере, едет грань боксу, делает фибл. Отличный фибл, перебирается в рампу, использует по максимуму этот скейт-парк, что и вам советую, ребята. Так, едет, делает бар фибл, держится. И Дим сзади, ой-ой-ой, как хорошо поддержан, было очень красиво. Еще 20 секунд. Ай-яй-яй, слетел, но у тебя есть время. Так, ладно, решил не добирать, перебраться в другую часть скейт-парка. Делает бар. Ай-яй-яй, не удержался. Давай, Леха, давай, поддержим Леху, у него чуть-чуть времени осталось, он должен сделать все, что хотел. Гонит к Коттеру. Делает два вимпа наверх. Воу! У тебя один трюк, еще давай. Есть время. Фибл. Отличное завершение попытки. Спасибо большое, поаплодируем, поаплодируем Лёхе. Никифоров Матвей. Давай, Матвей, ты готов? Отлично. Твоя попытка начнется через... Сейчас, погоди. Твоя попытка начнется через 1, 2, 3 секунды вперед. Съезжает Матвей. Так, делает что-то около гризли в книжке. Делает опа в ванете в Коттере. Делает два випа в книжечке. Отлично, давайте поддержим Матвея. Десви в Коттере. Уверенно гонит книжки. Еще один гризли. Делает еще один канкан. Извиняюсь, это был не гризли, а канкан. Делает X-Right в книжке. Делает, ай-яй-яй, почти сделал ванной ТВ в разгонке. У тебя есть еще полминуты. Брай, ой-ой-ой, какой близкий брай в Коттере. Давай, у тебя еще есть время, буквально 20 секунд. Ты сможешь добрать. Разворачивается, берет ходы на Коттер, возможно. Давай. Есть! Ай-яй-яй-яй-яй! Дай себе попасть. Поддержим парня. Он очень старается. Посмотрите, как он падает. Бар в разгоне. Еще две попыточки. Отлично. Два трюка у тебя есть. Вип в книжке. Отлично. И давай завершающий. Максимум концентрации. Два випа. Отличное завершение попытки. Аплодисменты. Спасибо большое. У тебя будет еще вторая попытка. Итак, новички, приступаем ко вторым попыткам. Ой-ой-ой, 270, скат с разгонки, едет к Коттеру, делает брайт-флип чистенький, поаплодируем ему. Бар-спин показывает просто превосходное катание. Едет, что-то сейчас будет очень интересное. Ай-яй-яй, видимо, хотел два бар-спина, не получилось, но у тебя есть время. Еще где-то полминуты. Давай. Половина времени есть. Вип в книжке. Едет в рампу. Забрался. Дабл пэк. Дроп. И еще две попыточки. Давай. Ай-яй-яй, опять не получилось. Стас, советую сделать другой трюк, в котором ты будешь точно уверен. Давай, у тебя попытка одна, последняя. Давайте поддержим Стаса. Мэну. Запрыгнул. Ай-яй-яй, трешечка, очень хорошо. Лучшее завершение попыточки. Спасибо, поаплодируем. Следующий у нас еще один Стас, только фамилия его Федотов. Попозже? Так, хорошо, уступим место другому оппоненту, потому что Стас повредил немного ногу. Следующий у нас Данилин Алексей. Поаплодируем. Сразу за шлемом, отлично. Ребята, уйдите, пожалуйста, с площадки. Родители, там заберите, катаются, пожалуйста, спортсмены. Своих детей, потому что они немного мешают. Скейт-парк должен быть чистый, и в нем кататься должен только спортсмен. Так, Лех, готов? Твоя попытка начнется через 1, 2, 3 секунды. Погнал! Минута! Уверенно съезжает с разгоночки. Едет к Коттеру. Делает два бинта. Ой-ой-ой, как хорошо! Вес, поаплодируем! Подъезжает к грандбоксу. Фибл. На вип. Ой-ой-ой, кто бы знал, но он сделал на морально-волевых. Поехал дальше. Что же он нам сделает? Смотрите, сколько ходов. 207, 360 даже. Ай, только ножичка слетела. Но у тебя есть куча времени, еще целых. Да, еще половина. Едет.
как раз в гонке. Пойдем, пойдем. Делает борд-стол. Ой, лип-стол, извиняюсь. Делает бови-па наверх. Отлично, поаплодируем ему. Давайте поддержим райдеров, они выкладываются на максимум. Леха едет в рампу. Извините, освободите, пожалуйста, скейт-парк. Так, давай, Леха, давай, у тебя есть еще где-то 15 секунд. Фибл, Смит и... Фиб сзади, отлично, Леха! Последняя попыточка. Последняя попыточка. Удиви нас всех. Что-то будет очень серьезно. Фибскат, ой-ой-ой, очень красиво, очень технично. Спасибо, Леха. Хорошо отгаданная попыточка, очень уверенно. Так, Федотов Стас, ты готов? Хорошо, поддержим Стас, у него болит пятка, максимум шума. Ребята, он будет очень стараться, не надо шума, но все равно давайте поддержим хотя бы до его попытки. Поаплодируем ему. Стас, мы все в тебя верим. Твоя попытка начнется через 1, 2, 3 секунды, поехал! Уверенно, есть Поттер. 270 оформлено. Безупречно спал. Два випа. Парень что-то делает невероятное. Несмотря на боль. Едет Коттер. Давай. Yes, грэп. Ай-яй-яй. Ножка бы не слетела, было вообще безупречно. Едешь. Что же ты нам приготовил? Брайфлип, давай, поаплодируем Стасу за Брайфлип. Половина времени. Он с него повредил ногу и должен его сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, если хочешь, у тебя есть время, ты сможешь его добрать. Антвист, он уже диктует трюки. Давайте посмотрим, сделает он его или нет, но я полностью уверен, что он его сделает. Ай, Стас, еще две попыточки. Давай, поаплодируем Стасу, он отдыхает, идет свой завершающий трюк! Две попытки, Стас. Поехал! Адский разгон! Брайфлип! Ай-яй-яй-яй-яй! Стас, последняя попытка, давай! Самый уверенный трюк в твоем арсенале! Давай! Стас! Три випа, хорошая попыточка, спасибо большое! Аплодисменты Стасу, молодец, старался, повредился немного, но все равно. Если реально хочешь, можешь подойти, тебе дадут лед. Стас просто красавчик, пример мужественности. Итак, завершает наш список Никифоров Матвей! Матвей, ну что, Матвей, готов? Как будешь готов? 2, 3, погнал, минута! Поддержим Матвея. Едет к Коттеру. Делает кан-кан. Книжечки он делает 2 випа. Идеальное исполнение. В разгонке DSV. Гонит Коттеру опять, что же нам приготовил. Ага, это обманочка была. Turn down! Давно я этого трюка не видел. Спасибо. Вперед разгон в Коттер. Ой, амброва, какой короткий! Какая хорошая попыточка в одну! Половина времени. Если хочешь, добирай, у тебя есть аж целых 30 секунд. Неудачная попыточка випа. Гонит. И бип, книжка. Поддержим Матвея! Матвей старается, давайте! Аплодисменты! Амбрелла! Ой-ой-ой-ой-ой! Как ты, Матвей? Мужчина, давай! У тебя есть счет! Две попытки еще есть. Да, давай! Матвей! И он осилил! Ай-яй-яй-яй-яй! Почти молодец, бьется! Давай, у тебя есть последняя попытка просто покорить этот трюк без дыхания. Давай, у тебя есть 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Погнал! Поддержим! Он оформит этот трюк для всех нас! За
самое главное для себя. Амбрелла, ай-яй-яй, не задается никак, к сожалению. Давайте, он достойно откатал, даже очень сильно упал, но все равно встал и поехал дальше. Похлопаем Матвею, спасибо большое. Сейчас нам будут показывать мастер-класс любители. Любители, кстати, в этом году у нас почему-то получилось больше всего любителей. Мне очень нравится, что парни перестали стесняться и записываются в правильную категорию. У тебя еще 30 секунд. Направляйся к гранд-боксу. Криво. Форд слайд на оба ванете. Ай, не вышел, не получилось. Мэно, по гранд-боксу на VIP. Давай, у тебя две попыточки. Full VIP попытка и все, завершающая. Давай, завершающая, у тебя еще есть время. Самое стабильное что-нибудь. И... Full VIP увёз! Извиняюсь, этот Викс, за парами не слежу. И последний у нас в любителях. Это Лео... Да. А нет, 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 надо освободить полностью. Ребята, уйдите с рампы, пожалуйста, потому что сейчас будет выступать Леонов Никита! Поаплодируем ему, парень приехал с Щелково. Никита, вставай на место. Где тебе хватает всего? Никита что-то крутое подготовил. Итак, Никита, твоя попытка начнет через 3 секунды. Раз, два, три, поехал! И первым треком Никита. Никита едет от Кинских лет. Райп в лотере. Уверенно очень идет. Три випа его не получилось, не расстраивайся. Поддержку Никиту! VIP Umbrella в квадре, отлично. Full VIP книжечки. DS Guild на подкате. Киловит самый уверенный, я уверен в этом. У тебя еще минутка. Guild в квадре. Давай, давай, Никита. Если ты устал, ты можешь чуть-чуть отдохнуть. Давай, Никита, поаплодируем! Поднятым райдера! Убирает квадр! Потуркалов очень чисто! Барс спит книжечку! Никита, используй весь парк, можешь перебраться в рамку, используй гранд-бокс или перила. Направляется к квадру. Сервис круто! Ай-яй-яй! Идет 4 випа. Еще 2 попыточки. Давайте аплодируем Никите, у него 2 попыточки! Он должен завершить свою попытку идеально. Направляется к водру. Он уже сделал с ним все, что мог. Еще один кик из отлично. 3 випа сделал! Все равно его добрал. Красавчик! Спасибо тебе, Никита! Идеально отказанная попыточка. Кирилл нас будет опять удивлять, прыгать с самой высокой точки. Не боится ничего этот парень. Смотрите, как он балансирует. Скажи, когда будешь готов. Готов? Готов, да? 3, 2, 1, Кирилл Багов поехал! Какой дрон! Шум он! Едет! Оба фибл! 360! Что-то невероятное! Этот парень не боится высоты! Вот на пар вниз! 2 пара! Ой, не получилось в квадре! Оба фибл! На манете Ви вышел! Отлично! Супречно катай! Оба ванете перепрыгнул! Ах, почти как так-то! Еще минута! Разгоняется, мне аж страшно! Прыгать делать трек! Отлично, увез! Так, гонит любимым Кириллом! Кивок, трюки!
трюки на вип. Ой, борт, трюки на вип. Так, Hurricane попыточка. 30 секунд осталось. Вип набор, ой-ой-ой. Давайте поддержим Кирилла. У тебя есть еще 30 секунд, ты должен откатать. Не бойся, если что, лучшая попытка идет в зачет. Встал на дабл пэк. Съезжает. Вип на фингер. Очень техничный трюк. Хил на фейке. Ах, нога слетела, да что ж такое-то? Вип на бак-контере, отлично. У тебя две попыточки, два трюка еще можешь сделать. Соберись. Давайте поддержим Кирилла. Последние попыточки у парня. Давайте поддержим, прям как надо, местный спортсмен. Давайте шуму, сейчас будет очень жестко что-то, давайте. Перекрестился. Кирилл, Кирилл, борт на борт! Офигеть, это что-то нереальное. И последний трюк. Да, последний трюк завершающий. Да. Трёшка вип. Ой, очень сильно, очень хорошо. И вот такой вот. Все, такие вот красивые фейки. Спасибо большое. Вышло, молодец. Ты порадовал нас трюками. Очень крутые, что-то необычное. Итак, следующий у нас Евтюков. Егор! Аплодисменты. Ну что, ты готов? Едет хил. Вип на бар, отлично в контре. Очень уверенно. Трёха вип, ой-ой-ой, чуть не врезался в перилок. Фронтсайд хил. О, барна. Ой-ой-ой. Я этого трюка, к сожалению, не знаю, потому что я катаюсь в парке. Еще минута времени. Вниз, отлично. Пар на вип, кудри в одно. Это Hurricane вышел. Давайте поддержим Егора. Пар на... О, на фронтборд на вип, отлично. Очень сложная связочка. Вип. Секунд осталось. У тебя 30 секунд, ты можешь позволить себе все, что угодно в этом парке. 270 ска, сквотера. Егор собирается с мыслями, с силами. Будет делать что-то очень жесткое. Вверх борт слайд. На фронтборд! Ой-ой-ой! Почти. Как хорошо магия. Было! У тебя еще есть время, ты сможешь, давай! Два трюка. Поддержим Егора на такой очень сложный трюк! Давай! Борт вверх! Отлично! Великолепное завершение! И последняя попыточка. А, у тебя еще даже время! У тебя еще есть время, время! А, он все уже отказывается, устал парень, но сделал очень крутые трюки на периле. Итак, следующий у нас Ларионов Артем! Тем, ты готов? Тогда можешь начинать. Поехали! Ларион! Уверенно спускается. Делает киприс. Баттеркап! Ой, как уверенно! Фронтбрак! Ой-ой-ой, я-то был уверен в нем. Давай, у тебя еще есть давай куча времени. Давайте поддержим райдера! Хил на вип. Ай-яй-яй. Антвизм получился. Два випа. Еще минута есть. Так. Трак. Ой-ой-ой. Давайте поддержим Артема. Он, видимо, устал. Ему тяжело, когда вторую попытку. Давайте его просто поддержим. Перебирается у нас Артем в рампу. Это его стихия, я считаю. Дабл пэк. Барспин. Бортстол. 30 секунд осталось у райдера. Можешь отдохнуть, если устал. Ты сможешь делать еще 3 трюка минимум. Теперь отдохни.
Так, Тёма готов. Едет. Кивал. Сыграет Брайскот, отлично! Очень чистенько. Последняя попыточка. Последний трюк. Дабл пэк. И... давайте поаплодируем Артёму, он будет делать очень сложный трюк, видимо. Давай, Артём, у тебя все получится. Бэкскут, ай, в одну, опять, какая жалость, но не расстраивайся, у тебя еще есть попытка, которую ты очень хорошо в прошлый раз откатал. Итак, следующий райдер, который очень хорошо себя показал в прошлой попытке, это Урск Даня! Поаплодируем его! Готов? Готов? Ну тогда поехали! Баттеркоп сразу скот, офигеть! Что-то невероятное! Фронт Брай! Брай! Амбрелла! Ой-ой-ой! Самое жесткое касание парковое. Два фигера в одно. Сделать хил на заднюю ножку ловит. Еще минута. Парк. Вип на хил. И туда-сюда ловит. Три випа. Ой-ой-ой. Назад, как это делать, очень сложно. Хил в заднюю. На одну. Парк. Гонит грандоса. Ай-яй-яй, не заехал. Ничего страшного. Добавляется в рампу. Делает сибол. Сибол. Амбрелла. Ой-ой, заднюю, как в прошлый раз. Что же там нам еще покажет? Парчик, Фэля, Бортстоп. Еще три трюка. Давайте поаплодируем Дане. Он показывает очень хороший уровень любителя. Надеюсь, ты перейдешь в профессионал. Было 2 килла, потом Барч Бодри. Так, три випа. И завершающий. Так, клёвый. Давай, завершающий трюк. Давайте поаплодируем Дане. Шуму! Сейчас будет что-то очень крутое. Смотри, сколько ходов. Китлис Брай хотел, наверное, этот парень. Спасибо большое за твои трюки. Они всех нас удивили и порадовали. Так, следующий участник у нас Иван Давыдов. Парень у нас на стиле. Посмотрите на него. Иван, вы готовы? Погнал! Спокойно, бар. Выросла вниз, отлично. Порог в квотере. Бумборд. Ну а вип в одну. Ой-ой-ой, очень стильный грэбик такой. На подкате вип на борт. Ой-ой-ой, вип на борт не зашел. Давайте аплодисменты спортсмену. Поддержим. Что так тухло? Фингер! Эти ребята очень стараются и... Опа, какой анбарчик! Эти ребята очень стараются, и я прошу вас каждому выявлять им шум, потому что... Опа, какой трюк солидный! Перерол сака через ногу, это просто что-то с чем-то. Очень крутой трек! Давайте пошумим! Бар спит сильный. О-хо-хо-хо! Тирканул и на випчик. Фронтборд на вип. И вот такой спокойный райдер. Делает все на уверенно. Очень красивое катание. Два хилла. Очень круто. Иван. Еще две попытки, два трюка. Очень хорошо подумай. Барчик. И прайфлип идеально для спикера. Молодец. Спасибо большое, Иван. Два випа не задали. Следующий у нас идет Лукин Егор. Егор, ты занял место? Ты готов? Что, можешь тогда погнать, удивить нас всех? Поехал! Вот такой вот ниндзя дроп.
Бордслайд вниз. Ой, что не пошло. Так давайте поддержим Егора! Ой-ой-ой, какой интерес. Вип на бар. Ой-ой-ой. Егор, не расстраивайся. Давайте поддержим Егора, чтобы он знал, что он все может, и у него есть поддержка. Бар. Вип на фигер-контере. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень крутой трюк. Очень крутой. Просто огромный респект. Погнал дальше. Но уверенно. Бор. Фибл. Фибл. Свойственный ему трюк. Очень круто. Я удивлен. Егорчик, давай. У тебя еще 40 секунд. О, Смит на 2 випа. Борслайд на хил. Очень круто. Ничего. Все нормально, Егор. Давай. Гонит. Фронт-фрай поддержит. Очень круто, очень эффектно. Дед Грэбик в трансер перебирается. И еще два трюка. Давай, два трюка. Мэнл. На бок по грань-боксу просто великолепно. Хилл сзади в квадре. Ой-ой-ой. Спасибо большое тебе за попыточку. Ты нас тоже всех удивил. Следующий участник. Петелин Федор. Петя, ты где? Что, ты готов? Пока надо мастер-класс у второй попытки. Хорошо, но все равно будь уверен, у тебя все получится. Тогда погнали! Минута. Так, ничего. Уверенно идет в квотер. Делает терн-даун. Киклес. Трансфер. О, Банихана. Неплохо. Фибл, найтхилл, ой, как так-то. Вип в кодере. Давай, 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 опять трансфер. Брайфлип, ой, мимо ноги. Еще минутка как-то. Есть у спортсмена. Можно было даже попробовать на Брайна вип. Времени было куча. Давайте поддержим Райдера, что за тишина. И Брай сделал, мужик. Можешь использовать и другие фигуры по типу грайндбокса. Федя, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, как же это было стильно. Это было. 30 секунд стоял. На хирикейн и на выход. Так, Федя заряжен. Сделать этот трюк. Фибл на хирикейн. И вышел! Ай-яй-яй, как так-то вот. Мог. Еще две попыточки. Давай, у тебя есть шансы добрать этот трюк. Он очень крутой. Давайте похлопаем Феде, чтобы он его сделал! Делает Фибл. Хирикейн вышел! Аплодисменты! И последний. Фронтсайд хилл. Идеально завершил. Спасибо тебе большое за твою попыточку. Следующий участник. Стрельников Рома. Твоя попытка начинается сейчас. Поехал. Смит. Хорошо. Фибл туда. Ой-ой-ой. Трешечка какая была красивая с ноги. А самое главное делать это после фибла. Фингер. Попытался. Ай, как так-то? Можешь брать побольше амплитуду фибл. На оба ванетти фронтсайд хилл. Отлично. Дэс вип. Два випа. Брайт лип. Ой, как такой был бор. Слайд, как раньше. Воротит. Гонит по утру. Разворачивается. Что-то нас ждет очень интересно. Такой борщ-лайк на ватнете пытался. 30 секунд стоят. 30 секунд. Брайфлип в одно. Не расстраиваемся. Все? Ты уверен? Может, попробуешь? К сожалению, Рома отказывается от своих 30 секунд. Не отчаивайся. У тебя прошлая попытка, возможно, зайдет в зачет. Итак, похлопаем Роме, чтобы не расстраивался. Следующий участник, предпоследний. Шумский Андрей.
спасибо. Но пополняйте. Ой, вышел. Эх, нам мэра. Аплодисменты. Не расстраиваемся. Поддержим райдера. Давайте каждый раз, когда райдер падает, поддерживать его будем. Потому что это все не очень легко. Так, парни, они в кодре, отлично. Два випа. Хорошо, укрутил. Гребик. Парно фейки вышел. Делает борд слайд. Эх, на вид. Вот на вид и на хил бы вообще было прекрасно. Но все равно неплохо. Давай, Андрюха. 30 секунд остается. Это примерно 4 трюка. Борд. Ой-ой-ой, явно на баре хотел. Пар в кодре. Давай, Андрюха, Андрюха, Андрюха. И... борслайд. На... Ой, попыточка на VIP была. Какая жалость. У тебя еще есть последняя попытка. Ты можешь его сделать или сделать другой трюк. Ну, трак. Неплохое завершение. Спасибо тебе большое. Завершающий райдер всего контеста это Леонов Нечита из Щелково. Давай, Никит, ты готов? Покажи мастер-класс. Поехал! Киклес! Инкиклес! Братчик! Киклес! Еще минута остается. Давай, кучу времени. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поднимай самокат быстрее, Никита. Поддержим райдера. Давай, Никита. Никита гонит Коттера. Мы что-то максимально заряжены. Ой, Никита, упал, вставай, у тебя еще есть время. Все? Давайте поаплодируем Никите! Итак, ребят, вроде все прошли по второму кругу, любители. И теперь мы начинаем подведение итогов. Итак, ребят, я думаю, мы начинаем церемонию награждения. Вначале мне, конечно, хотелось бы поблагодарить всех, кто причастен к организации, наших партнеров, и зачитать, кстати, небольшой привет от главы города. Глава города Александр Борисович Федоров всем передал привет, пожелал крепкого здоровья, поблагодарил всех за участие и сказал, что мы сделаем это действительно традиционным ежегодным чемпионатом. Итак, ребят, у нас такая традиция появилась с прошлого чемпионата. Мы награждаем самого маленького нашего участника, поддерживаем. Поэтому, Миш, иди сюда. Иди сюда. Мише всего 7 лет, и он уже второй год участвует. Поэтому держи от нас. Поздравляем тебя, Миш. Аплодисменты участнику, самый молодой. Всего 7 лет, ребят. Прогрессируй, ждем тебя в следующем году. Итак, ну что, новички, хотите узнать, кто занял призовые места из вас? Громче, новички! Ну что, приступим тогда. К дисциплине, новички. До 13 лет. Третье место занимает Никифоров Матвей! Поднимайся сюда! А, это с 13. Но ты все равно иди сюда, тогда начнем так. Забирайся сюда. Ты занял третье место. Поздравляю тебя от души. Ты большой молодец. Чем тебе шкурку? И сертификат. Стой. Не все забрал. Призер остается тут. Второе место в новичках с 13 лет занимает Данилин Алексей! Поздравляем! Получайте, заслужил.
Вот такая вот тебе. Милочка. А это колесо. Итак, вам интересно, кто занял первое место в этой категории? Еще раз. Какой, Стас? С 13, да. Еще раз. Вы верны. Осипов Стас занял первое место. Поздравляем. Красавчик показал уровень в новичках. Теперь ты можешь сказать любитель. Ждем тебя в следующей категории. Держи за первое место. Похлопаем ему за первое место. Молодец. Мы немножко, конечно, ошиблись с возрастами. Надо было сначала более младших участников. Но ничего страшного. Итак, новички до 13 лет. Третье место занял Курнахин Егор. Поздравляем! Ты заслужил это место. Ты очень старался. Надеюсь, то, что в будущем ты займешь первое место в этой категории. Так, второе место в этой категории занимает Кабалкин Максим! Поздравляем! Макс, молодец! Сава, давай до первого места дотягивай. Вставай. Итак, как и с прошлой категории, давайте вы угадайте, кто занял первое место! Погромче! Верно! Ну, тогда Даня, Даня поднимайся за окошко. Поднимайся за первым местом. Ты красавец. Просто разнес свою категорию. Забирай, красавчик. И приз от Хаврай. И, наверное, самое интересное в этом контесте. Любители. Третье место. За него бились два человека. Вы уже знаете. И... подведя итоги бест-трика, третье место занимает Леонов Никита! Аплодисменты! Красава! Сражался до последнего! В попытках ты показал хороший уровень, трюки были достойные. И в бест-трике ты показал то, что ты достойна этого места. Итак, второе место! Как вы думаете, кто? Погромче! Нет. К сожалению, нет. Второе место занимает Байков Кирилл! Получай. Ты молодец. Ты удивил всех своим катанием. Оно было максимально разнообразное. Но дропы твои просто покорили меня. И угадайте, кто занял первое место в любителях? Скудно было, но да. Урсу Даниил! Первое место! Любители! Поздравляем! Самое мощное катание, очень сложные трюки. Теперь ты профессионал. Поздравляю тебя. Заслуженно. Итак, ребята, я думаю, стоит сделать фотку всех победителей. А теперь давайте шуму все вместе! Спасибо всем за участие, все это показали достойный уровень. Очень рад был проводить. Надеюсь, в следующем году, хоть я не проведу, не знаю, как получится, но надеюсь, вы добьетесь таких...